Узнаете звук? Если вы хрустите пальцами, то, скорее всего, да. Что в этот момент происходит с суставами и вредно ли это? Синовиальная жидкость – это вещество, которое заполняет пространство между суставами. Когда вы растягиваете сустав, высвобождается газ и образуется пузырь, который затем лопается. Чтобы еще раз хрустнуть тем же суставом, придется подождать около 20 минут, чтобы газ вновь проник в жидкость. Чем это отличается от звука, который мы слышим, когда резко встаем? Он напоминает щелчок. Его производят сухожилия, которые находятся между мышцами. Когда сустав двигается, сухожилие над ним быстро щелкает. Безопасна ли привычка хрустеть суставами? Возможно. Исследователь Дональд Ангер специально щелкал пальцами только на одной руке. Спустя 60 лет он обнаружил, что обе руки были одинаково здоровы и не имели никаких признаков артрита. Большинство медицинских источников согласны с его выводом. Но, возможно, для вас это все равно вредно. Одно исследование показало, что если долго щелкать пальцами, это может привести к отеку кистей и снижению мышечной силы. Однако никакие дополнительные исследования не проводились. Хотя привычка хрустеть пальцами, скорее всего, для вас не опасна, все же нет никаких гарантий, что она не раздражает окружающих.